Бездомные собаки и спецавтохозяйства делают последние приготовления в надежде обрести постоянный дом. Большинство животных, обитателей этих вольеров, станут главными героями на субботней выставке, которая будет организована на территории старого города. Акция «Хочу домой» проходит в Ярославле регулярно. Новых хозяев уже смогли найти около 200 хвостатых. Сейчас в преддверии холодов хотят попасть в тепло новички, тех, кого недавно отловили на улице. Среди них щенки и взрослые собаки. Все они сегодня были осмотрены ветеринаром, а до этого обработаны от паразитов, привиты и откормлены после бродячей голодной жизни. Все питомцы здоровы, утверждает ветеринар. Выглядят они хорошо, да. Толстенькие, веселенькие, доброжелательные, абсолютно контактные, на человека настроены очень хорошо. Правильно ведь говорят, собака – друг человека. Для собаки необходим хозяин. Поэтому вот этот поиск хозяина, он настолько читается в глазах, вот тянутся они, прям тянутся, руку протягиваешь, они вот всей душой к тебе, и глазами, и сердцем, и вот и тушкой-то всей готовы распластаться.